Итак, дорогие мои девушки, красивые мои, вот цвета радуги вы назвали, а вот вы знаете где? Вот красный, где зеленый? В природе. Цвета, хорошо. Сейчас вам... Камнях, конечно же, девочки, камнях. Смотрите, дорогие девушки, вам нужно будет сейчас принести предмет любой. Очки одели уже. Ну что, наверняка видите этот цвет. Ну, людей приносить не нужно. Хорошо? Давай так. Скромненько работаем. Хорошо? Итак, значит, я буду называть вам цвета. Ваша задача впервые, вы первый, принести мне этот цвет сюда. Предмет, вернее. Понятно условие? Ну, давайте похлопаем девчонкам. Они молодцы, вышли в первый конкурс, это действительно очень сложно. Итак, дорогие мои девушки, мне нужно, чтобы вы принесли предмет голубого цвета. Снимать не нужно. А, то есть сейчас я говорю iPhone, потом компьютер и иду, да? А, нет, то... А, хорошо, ладно, так. Спасибо большое. Где ваш голубой цвет? Могу снять. Не надо! Пусть будет, пожалуйста. Хорошо. Итак, принесите предмет мне зеленого цвета. Не снимайте с нее голову. Вот, наскользь, конечно. Наскользь, чем быстрее, тем лучше. Понятно? А не надо меня вешать. Он бледно-зеленый, а у него настоящий зеленый. Настоящий зеленый. Мы заодно или конкурирующая фирма? Конкурирующая фирма. Вы... Отлично, девушки. Положите, пожалуйста, предметы на место. Внимание, принесите, пожалуйста, мне предмет фиолетового цвета. Снимать? Не снимать. Шарики не трогайте, на дверь висит. Оформление. То есть вы хоть хотите от вас... Хорошо. А вы где сняли? А где сняли вы? А, хорошо. Ладно, отлично. Подойди, пожалуйста, ко мне. Ладно, спасибо большое. Ну и последнее. Предмет красного цвета. Лена, быстрей! Спасибо. То есть смысл этого конкурса, чем больше у меня шарфов, тем лучше. А шаров? Беру. А, хватай. Давайте отдадим шарфы. Спасибо. Ну что ж, дорогие мои гости, ну, в основном женщины, девушки, красивые мои, для вас, чтобы... А, там еще реквизит, извините, пожалуйста, да. Для вас, конечно, в первую очередь, но и для всех гостей по специальному предложению. Вы к этому носить будете? Уже звезды. Аплодисменты девушкам, давайте, они большие, молодцы. Ну и для вас, внимание, звезда нашего теплохода Василий Якимов, игрушка, встречайте.
Ваша